Ой, слушай, извини, я не против, если я соседа? Слушай, а как тебя зовут? Какая разница? Да, я просто познакомиться хотел. Я не знакомлюсь. У тебя парень есть, да? Нет, просто не знакомлюсь. Просто не знакомлюсь? Просто не знакомишься. То есть не вариант, да, в наше время просто познакомиться. Ну, я понимаю, да, раньше же люди в советское время как-то знакомились, да, встречались там, я не знаю, строили отношения, да. А сейчас в наше время просто познакомиться не вариант, да. Вот это у тебя принципы, конечно, я понимаю, да, блин. Ну, знаешь, каждый раз, когда я пытаюсь познакомиться с девушкой, они тоже просто не знакомятся, охрененно просто. Ну ладно, стой. Да что уже? Меня Полина зовут. То есть очень важно в пикапе это давить на жалость. Давить на жалость — это основная концепция, в принципе, пикапа. Поплакаться. Поплакаться тоже можно, но я считаю, не стоит сразу отпугивать. Вот. Все, ребят, давайте по 200 рублей. Сережа, что случилось? Ангелин, я реально устал снимать видео. Нет, ну правда. Но я просто вижу, что сейчас в Инстаграме развивается очень много талантливых блогеров, и я понимаю, что нам нужен третий человек в команду. Я не знаю, он реально должен быть максимально харизматичным, у него должна быть божественная актерская игра, он должен быть красивым, у него должен быть пронзительный взгляд. В целом, чтобы как человек он был просто идеальным. Я знаю такого человека, я поняла, что тебе нужно, я все сделаю. Сережа! Каким бы крутым ты ни был, знаешь, что мужская солидарность порой спасает твой авторитет. Ну, вообще, я школу, да, закончила, а потом я умею много работать. Понятно. Ангелин, давайте мы вам перезвоним и дадим точно ответ, ладно? Охренеть, ты видел эти формы? Слушай, ее надо брать. Кого-нибудь уволим, не проблема. Но кого? Что, уборщицу? Стоп, может, бухгалтера? Здравствуйте, вызвали? Ты отчеты вчера подготовил? Да. А медкнижку? Сделал. А кулер ты вчера поменял? Компания по производству элитных телефонов объявила о банкротстве. Руководство не знает, как вернуть долги на 128 миллионов долларов. Начать решили закрытие. Мы с собой подружились. Блять. Почему не со мной? Что? Я припрыщу. Че, вообще да, жесть? Да, это жестко. Бывает. Два высших образования, я гимназию закончил отлично, то есть, ну, я специалист. Мы вам перезвоним. Деле. Блин, 20 лет на это угрохает. Жесть. Ты чё не чё? Ой, мальчик, это не против? Не против, если я за тебя заплачу? Ну, я просто за него заплачу. Просто за него заплачу, мы с маленькими. Не против?
Если хочешь, ты можешь еще что-нибудь заказать, я за тебя заплачу. Можно? Все нормально. Средний. Дайте ему средненького лучше, да. Надо делать добро, правильно? Да, вот, поэтому вот так вот. Там, да? Ну да. Я платил... Как вас понять? Недостаточно средств? Сейчас, секундочку. Сейчас, нормально. Алло, солнышко, слушай, можешь мне рублей 200 скинуть? Тут просто не хватает на добро немного. Сейчас, все нормально. Придется подождать немного. Такой грубый стал в последнее время. Да не говори. Идет, выкидывай. Здравствуй, сынок. Привет. Ты что, курил, что ли? Да не, ты что? Нет, он не курил. И куда это ты вырядилась? Да мы с отцом в ресторан идем. Вы бы с отцом уж вы в порядок наводили. Как же он достал. Я да? Все слышал. Юра, дай-ка сюда. Давай. Неплохо, но можешь и лучше. Хватит позорить. Хлебаешь на весь ресторан. Вкусно просто. Я не могу. Я тут кое-что нашел у тебя. Это не мое. Успокойся. Если тебе нужен какой-то совет, просто спроси у меня. Лиза, здрасте, приехали. Ну-ка быстро спать, завтра на работу не встанете. Все, давайте, спите. Что, хватит твоя? Да. Прикольно. Ладно, что, поехали. Слушай, ты уверена? Ну, конечно, здесь можно парковаться. Отвечаешь? Отвечаю. Ладно. Все, блядь.